101-ю годовщину со дня образования отмечает сегодня пожарная охрана. 17 апреля 1918 года в Советской России был подписан декрет об организации мер борьбы с огнем. Эта дата на 70-летие стала Днем пожарного в СССР. Знаменательную дату сотрудники пожарной охраны Ненецкого округа решили отметить экскурсом в историю. Лекцию о том, как все начиналось для ветеранов службы, прочитала сотрудник Краеведческого музея Марина Коловангина. Инициатором такого лектория стало руководство пожарной службы и ветераны. Одни обратились в музей, другие собирали семейные архивы. Лидия Рыбакова из династии пожарных, ее отец Трофим Тимофеевич Рочев, братья и сама она служили в пожарной охране. А все детство прошло на Парерка-14, старое здание городского поста. Я очень хорошо помню, когда сейчас где стоит поликлиника современная наша, городская, там было деревянное здание, там был пожар, выносили этих больных, лежачих всяких. Наш папа выносит этого больного, несмотря на то, был инструктор в то время, по-моему. И вот он выносит больного, только успевает передать, и падает на него балка. Вот это я запомнила на всю жизнь. Горящая балка прямо на него упала. Ну, ничего так обошлось, то, что каска, все. А если углубиться в историю, в Ненецком округе негласное летоисчисление пожарная служба может вести аж с 1647 года. Это на 2 года раньше вышедшего 30 апреля указа царя Алексея Романова. Согласно архивного документа, именно в этот год староста Пустозерска Семен Объедов издал указ о правилах пользования огнем. Указ царский, в котором было сказано, что в Пустозерском остроге на посаде в летнее время никаков человек изб и бань не топили. И все же рассвет противопожарной службы в Ненецком округе пришелся на 30-е годы. Сказать, что все было гладко, нельзя. На содержание столь необходимого отряда требовалось более 17 тысяч рублей в год. Денег не выделялось, поэтому сбрасывались буквально с миру по нитке. Впрочем, и дальше были трудности. Более 20 лет потребовалось, значит, нашему городу для того, чтобы построить капитальное здание пожарного депо, которое находится сейчас по адресу Парерка 14. Скажем так, неоднократно этот вопрос поднимался, но сначала, значит, вопрос затягивался с решением определенных технических вопросов, потом помешала война и послевоенное безденежье. И только, значит, в 1953 году все-таки началось строительство пожарного депо. В 1956 году часть построили, кстати, ее венчала каланча. Были сформированы противопожарные посты на лесозаводе, а позднее в поселке Искателей. А пожарная часть для меня вообще была вечной загадкой. Помимо здания, которое стояло на Парерка 14, я об этом ничего не знала. Поэтому с интересом взялась за исследование, и оно продолжается, оно не может быть закончено. Официально в нашей стране днем пожарной охраны считается 30 апреля. В этом году огнеборцы России отметят 370-летний юбилей. На Ринмаре в этот день состоится торжественный концерт. Ольга Руслова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».